перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Марк Пятый, есть вероятность, что у меня очень скоро будет Sony RX0, тоже достаточно крутая штука. Ну, то есть, у этой камеры очень много плюсов относительно старых всяких зеркалок, без зеркалок даже тех же Sony, да, но у нее есть один минус. Там, блядь, дюймовая матрица в этом говне. Раньше, чтобы купить камеру с дюймовой матрицей, надо было, короче, самый дешевый выход найти, это купить Canon 6D, который у меня был, я с ним поехал в Индию в первый раз. Сейчас дюймовая матрица вот в этой штуке, но у Sony сейчас появился RX0. В ней есть отличительная особенность, в ней есть, блядь, вход для микрофона. В этом, блядь, устройстве нету. Это единственный ее минус. Про тебя бы, да, так говорили. Единственный твой минус — нет входа для микрофона. А так золотой человек. Так, о, лох. О, это имя? Или как? О Генри? То есть О Генри, а ты Олох. Сэр Олох. Оу, сам Ларигн, когда забив Соболем, понятия не имею. Я дело в том, что организаторскими вещами не занимаюсь. Меня пригласили. Если бы он согласился 2 на 2, я бы сказал, все, решаем, блядь, пишу ресторатору, звоню Чейни, не знаю, отправляю телетайп за Б, ну, то есть, действуем. Органику на KOTD, почему нет? А если сам согласился и внес справки, так пусть сам ищет. Я думаю, что это справедливо. Дима, что за звуки? У меня кошка течет. Хочешь посмотреть на текущую кошку? Бля, вот так это выглядит. Достаточно странно, короче. Шаня. Такие дела. Ты против блокировки Телеграма? Я за блокировку Телеграма. Блокируй его. Блять, сообщение это отвратительно. Нельзя, чтобы они... А секрет чат, это же вообще, блять, просто рассадник. Конечно же против. Когда новый диск? Когда куплю новый диск для плойки? Не знаю, денег нет пока, что экономлю. Скинешь на стриме, может, куплю. Ларин хуярин. Неплохо. Андрей, привет. Так, давно Нефедов не заходил на стримы. Я серийный убийца, придурка Ларина. Я клон? Может быть, я клон? Может, как в том фильме, у меня есть татуировка где-то за ухом. Как ты можешь быть серийным убийцем, убийцей Ларина? Как тот парень в фильме «Престиж», да? Постоянно убивал себя. Считается ли он серийным убийцей, если он постоянно убивает себя? Наверное, да. Так, у Ларина даже иностранцы на трансе сидят. Why not? Мерчкет. Марчкет. Что это означает вообще нахуй? Чушка ебаная и копипаст много раз. Ну что ж, ладно. В принципе, с твоим ягзом тоже можно жить. Будешь там, не знаю, мусор гребсти. На кассе подавать что-нибудь мне. Блин, лучший. Не знаю. Когда батл на твоей площадке? А чё бы не на моей, кстати, площадке, блин? Я понимаю, что, блядь, меня ждет, как это долго, сука, организовывать, световики, звуковики, пространство, помещение. Если вернуться к старым идеям, ради которых была вкинута эта идея про площадку свою, то это будет очень круто, но это будет очень сложно. То есть это будет не как на Версусе. Это будет по-другому немножко, но это будет батл. Но, естественно, это нечестно, если один участник, который является оппонентом, организует все. Ну, объективно, нечестно. А я все-таки человек порядочный. Видел новое видео Соболева про диссы. Сегодня, что ли, вышло? Или прошлое? Где он, типа, сказал, что разъебет нас обоих по очереди. Ладно, давай. Хейт.
Привет, здравствуй, здравствуй, приятно читать тебя. Russian, yeah, of course. Rayhan's 619, yeah, we're Russians. Смотришь Кашина. Поглядываю. He. Че, кошку вам показал, в принципе, прорабатывал, ответил. Спасибо за внимание, всем пока. Слышишь? Заткнись! Блять, лучше бы мне в стену сверлил кто-то постоянно, чем по дому ходила кошка, которая орёт в поисках, блять, кота в моей квартире. Далее, следующий вопрос. Какого понимать, что уже нахуй никому не... Какого? Ты ошибся, братан. Кого понимать, что ты уже нахуй никому не нужен? Ну как же? 500 000 просмотров. 1000 на трансляции. Братан, ну... Передай привет Сафу и охранничку. Сафу One Love. 3 года обучения. На первом курсе. Так. Каспх. Никаких вариантов. Каспер, может быть. Каспер API. Есть такая компания. Я к ним недавно ходил. Они занимаются блокчейн. Ну, тебе же не интересно, нахуй тебе блокчейн нужен? Всего 0,1% населения планеты занимается этим. Ну что ж, ладно. Ларин, ты ебаная чушка. Ну, блядь, нихуя себе оригинальность. Я на стриме Ларина, это сон? Да. Смотришь Габзавра. Иногда. С Бомгел. Поедешь в Псков? Поеду. А ты поедешь в Псков? А, ты из Пскова, скорее всего, да. Ты поэтому спрашиваешь. Скажи, не скажу, Ларин или Коля, Кашколя, ты классный, ну не такой классный, как Коля, ребят, давайте, правильных людей выбирайте. Так, ну что, оригинальность у нас падает постепенно к 8-й минуте стрима, да? Силы на исходе. В Беларусь, когда... О, в Беларусь, кстати, возможно, очень скоро поеду. Беларусь хорошая страна. Ну, как бы все хорошие страны, но мне она особенно нравится. Я там раньше очень часто бывал, катался к своему другу Диме. Дима меня, конечно, сейчас не смотрит, он занят более важными делами. Вот. К Ильдару, возможно, заскочу, почему бы нет. Уя ты жёг десе Ларин, дальше арабская вязь, глазики, ладошки, здравствуйте. А я могу смайлики отправлять какие-то? Начать прямой эфир со следующим человеком. А, я же могу вывести кого-то, да? Ну, что-то не хочется. Я так кошку показать вышел. Чё? Шаня. Вот так и живем. О, кто пришел, смотрите. Да просто Ксюша в костюме Дарта Вейдера ходит уже 3-й день. Кошка с ума сходит, да женщина. Не надо ее трогать. Блять, что с ней? Я не знаю, в нее вселился дьявол. Я уже водой святой ее поливал. А, кошерную пищу только даю. Че? Ничего. Так и живем. Видишь, привет пишут. Приветики. Угу. Кто смотрит Дагона, отправьте черепок. Покорми ее, чувак, если бы так все просто решалось. Карандаш в попу, ебать ты оригинальный, чувак. С мамкой своей так проверни. Почему принял вызов Соболева только сейчас? Потому что, ну, он набрал хоть сколько-то... Хоть сейчас он обратил на меня внимание. Его надо проучить, я считаю. А тогда отправил просто Коля хейтер. Сейчас Коля доебал всех. Я не знаю, может быть, я, конечно, людей выбираю себе по жизни, похожих на себя. Может быть, что-то не так со мной, но, блядь, ни один человек,
которого я знаю старше 25, не воспринимает колесо болевого человека. Более-менее. Дети. Дети боготворят таких людей. Так. Привет. Почему, блин, ты читал? Чё? Ладно, пока. Давай пока. Ларин, я сегодня ужинаю с твоей мамой. Короче, заказывай треску. Так. Улыбнись, не собираюсь, нет поводов. Так, как еще есть? Привет. Че пьешь? Все, ты готова? Отправляемся? Угу. Бля, женщины так долго собираются, да? Вы знаете всю эту историю? Пока красятся, пока моются. То ли дело, мужики, можно не мыться, не краситься, не менять одежду. Все равно ты будешь конфеткой, блядь. Все равно ты будешь самым няшным существом на планете. Отрасти бороду, отрасти щетину. Ну, не знаю, хейт. Привет, передай. Не хочу, я тебя не знаю, чувак. Вот я сейчас передам тебе привет, а ты окажешься насильником детей. Зачем мне передать привет неизвестно кому? Че? Может, у тебя по дому, блядь, детские вещи валяются. Так, блядь, да почему именно гребень? В смысле гребень? Это беспредметный вопрос. Побрейся. А так Андрей Петров не сказал бы. Что? Я не понял, что Слава КПСС твой сын. Нет. Слава КПСС мой единомышленник, я думаю. Не боишься завалить Версус? Что-то новое? Так. ТНН. Тян не нужны? Однажды мы, мужики, изобретем искусственную матку и уже никогда не будем онлайн. И уже никогда не будем онлайн в Баду, понимаете? Типа, так. Анимобит 13 лучший. Ну, лучший так лучший. Так. Ты пиздопопа. Не понимаю. Что нового, бро? Ролик. Вот сейчас я отвез комп, с которого я стримил вчера. Почему столько внимания? Потому что это первый мой, наверное, компьютер стационарный за сколько? Лет за 7. И на нем будет стоять винда и хакинтош, то есть macOS. Достаточно крутая штука. Обо всем об этом будет ролик, плюс это возможность проводить очень крутые трансляции, видеоконференции всякие. Я думаю, что очень скоро я вас удивлю новым форматом. Именно лайва. Когда к Дудю? Понимаете? Вот спросите у Паши техника, когда он к Дудю. Вот примерно тогда же. Мы андер, понимаете, Паша техник, а Юра Дудь, он как бы хайпажор. Это Коля Соболев от мира журналистики. Ларин, максимально важный вопрос. У тебя кошка во время этой ебаной течки тоже ссыт по всем углам? Нет. Если бы она ссыла по всем углам, то ее бы давно не было в живых. У тебя есть iPhone 10? Да, 2. Любишь аниме? А? Одна у кошки, да. О, кошка прикольно лежит, хотите посмотреть? Чё? Я сижу, точнее. Ноги подними. Шаня? 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 Вот и пообщались. Так. Покажи девушку. Не буду показывать девушку. Пусть никто не знает, кто моя девушка на самом деле. Ха! Вов, ты как? Любишь японскую кухню? Люблю азиатскую кухню в целом. Какие машины любишь? Не люблю машины. Реванш с Джараховым. Какой реванш? Я проиграл, что ли? Так. Мем. Мы блогеры, мы делаем мемы. Если вы думаете, что мы делаем рэп, вы очень сильно ошибаетесь. Ты смотришь Артура Шарифова? Фа-фа-фа-фа-фа-фа. Я смотрю Vsauce. Зачем смотреть Артура Шарифова, если есть Vsauce? Не, вообще это прикольное начинание Артуру, как это называют, шатаут. Все, я буду теперь... Я перехожу на терминологию врага, блядь. Шатаут Артуру Шарифову. Потому что начинание хорошее, научи поп в любом виде, это классно. Меня только единственное, блядь, подбешивает немножко, когда канал... Ну, не Артура Шарифова, а в целом вот эти плеяды блогеров вроде
Лопаткова, Шариф, прочих ребят. Ну, вы знаете, называют научный, это научпоп. Так, далее. Научный канал – это канал «Наука 2.0» или «Арзамас», который, блядь, никто не смотрит, потому что, ну, ебать, это наука. Науку сложно воспринимать в чистом виде, хотя она и там не в чистом, естественно. Без красивого еблета. А? Да, без красивого еблета, динамики и очень поверхностной диагональной пробежки по теме. Но это тоже хорошо. Нет, это лучше, чем просто смотреть, как два взрослых, блядь, 30-летних мужика ебашат друг другу лещи. Это в любом случае лучше. 666 публикаций. Да, Всемудрейший говорит, что надо именно столько делать. Как ты обычно называешь Николая Соболева по-другому? По-разному? Я знаю как. Как? На какую букву? На Х. Лол. Это мы оставим до Версуса. Это мы оставим для Версуса, если он будет когда-либо. Мне почему-то кажется, что меня могут убить, потому что я знаю слишком сильное имя. Это знаешь, как вот фильм «Чернокнижник» кто-нибудь видел? Там был черный маг, который всю жизнь искал имя Бога. Потому что если ты назовешь Бога в лицо, ну, крикнув в небо его настоящее имя, ну, не Иисус, естественно, да, то Бог снизойдет и тебе будет дарована величайшая сила. Так вот, я знаю имя Николая Соболева. Извините. Это очень смешно. Если Ксюша говорит, что это очень смешно, то, блядь, ну, типа, жиза. Так, выебешь Соболева. Я гетер, ребята. Хейтер. Гетер-хейтер. Я гетер-хейтер. Спасибо за вопросы, очень-очень подняли настроение, я вот только проснулся в 7 вечера, и мне сразу хорошо. Вообще, в принципе, хорошо, когда ты встаешь в 7 вечера, и, ну, тебя не выгоняют с работы, или мать не орет, или что-нибудь такое. А еще есть такие вопросы, ты просто вот расцеловать готов даже вот тебя, бобой Димас, и трэшер 1337, хорошее число, лид, молодец. Респект таким ребятам, респект таким пацанам. Так, кошке нужны капли, она кота хочет. Ебать, ты открыл как бы свет новый, ебаный ты Колумб. Конечно же, мы ее взяли, просто не на всех кошек действует такое средство, как антисекс. Да, я знаю, о чем ты. Ну, секс-барьер, антисекс, не знаю, кто это называет. Твоя прическа, чувак. Твоя прическа – это антисекс. Я посмотрел твой профиль. Три топора. Ларин и похотливая киска. Респект. Гоу стрим. Стрим будет, блядь. Я так хочу стрим. У меня сейчас комп. Сука, я эту... Чуть не сказал это слово. Бля, вот понимаете, как бы я взрослый человек. Я там в вузе учился, хуй знает, ЕГЭ хорошо сдал. Построил там какой-то бизнес. Общаюсь с взрослыми людьми. Но меня веселит одно слово. Ксюша тоже, ну, как бы не дура, как известно. И это первый раз, наверное, в жизни, когда вот одно слово. Так хочется сказать, но нельзя. Даже если этот батл будет на Марсе, в следующем поколении, меня клонируют, а у Коли просто оцифруют сознание и поместят его в пылесос, блядь. Я буду 10 пылесос, я все равно произнесу это слово, а все это время буду терпеть. И, блядь, не знаю, Марс взорвется нахуй. Аплодисментами четырехруких ладоней. Так. Ну, говори уже. Нет, хуй тебе. Арабская весь. Мазда плачет. Да, именно это слово. Мазда плачет. Смайлики. Ты лох без мозгов. Демо. Дерьмо, наверное, ты хотел написать. Ты лох без мозгов. Дерьмо. Не знаю, надо обсудить. Забудь слово. Да я... Зум-зум. Какие книги любишь читать? Последнее время читаю статьи больше. Как-то книг у меня... Не, я вчера, кстати, разбирал вещи. Что, можно показать? Нет, что у меня есть. Я... Там стрёмно, скидываю да, вещи, ствол. Или можно? Короче, книжки нашел. Буду дочитывать тибетскую книгу «Мёртвых, ребята». Так, еще есть прикольная книжка, господин, я ее покажу. У меня там ничего же стрёмного нет.
Потому что, ну, типа, я вообще, в принципе, про книги говорю редко. Вот где она? Пошла отсюда. Вот. Ученые скрывают. Что же ученые скрывают от нас? Это книга господина Соколова, одного из организаторов сайта Anthropogenes.ru. Они немножко переиграли в иронию, сделав такую, в сарказм, хуй знает, сделал такую превьюшку и название, да? Но это, блядь, это не книга, где, типа, в науке свои догматики, наука, блядь, ошибается и все такое. Нет, это наоборот, ответ тем людям, которые говорят, что в науке слишком много говна. И я ее очень всем рекомендую, можно скриншотить. Давай делать скриншот, я держу ровно. Давай. Сделал? Очень рекомендую почитать. Там достаточно тезисно все вещи обозначаются, поэтому думаю, тебе понравится. У меня велосипед есть. Он, между прочим, на двух персон, как ты видишь. Я однажды на нем катался с твоей мамкой. Все, книжку показал. Так. Дай почитать, заезжай в гости. А какой твой любимый цвет? Блядь, сложно писать. Код, понимаешь, нет там. 77FFA. Б. Примерно такой. Go room tour. Почему не хотите стерилизовать кошку? Хотим. Сейчас она это оторет, и я поеду лично ее резать, блядь. Ларин, почему ты такой красавчик? Почему я такой красавчик, Ксюш? Я говорю, что это беспредметный вопрос, потому что я урод. А, это ты написал, да? А кто там? Шаня. Шаня, Шанечка, Шаня, 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 кс-кс-кс. Это не норм. Так, какой твой любимый дис? Бля, мой любимый дис – это вызов на Версус реки Эфа от Гнойного. Он записан, блядь, на фронтальную камеру телефона, без микрофона, соответственно, но там очень круто, очень стильно, можете посмотреть. Так, я, кажется, много пропустил, где пес? Пес у хороших людей. Какой пес? Дядя пес, мобс. Мобс, дядя пес, ну как, время идет, люди помнят. Ну, почему бы нет? А, у тебя много книг? Нет, немного. Я вообще, да, не считаю, нахуя хранить, блядь, я книги? Я выбросил, ну да, или отдал кому-нибудь, подарил, не знаю. То есть это немножко туповато хранить книги. Это же сборщики пыли. Твой родной город, Архангельск. Ну, вообще, у меня нет родного города, у меня есть родное село. Наконец-то еду я на родину. О боже, как ты стала хороша. Жалко, видят это лишь немногие. На родину я еду к корешам. Тут-тут-тун-тун. Да, да, да. Едем в соседнее село на дискотеку. Спой песенку. Нихуя себе, ты что захотел? Мне 30 лет, а тебе сколько? В два раза меньше. Ты мне песенку просишь петь. Вообще в обратную сторону должно было быть. Так. Зачитаю 30 лет. Нет, ебешься с Юликом. Ебусь. С Юликом. Какая погода в Питере? В Питере сегодня хорошо. Жалко, что я из дома не выходил. Что с голосом? Болеешь? Проснулся только. Ты поправил свою картавость? Конечно. Конечно, я сделал все еще хуже, чтобы быть еще более узнаваемым. Так. С
смотришь, что пишу, не смотрим. Ну, иногда попадается в рекомендациях, думаю, почему бы нет. Ларин, ты шнырь. Что это, блядь, означает? Не понимаю. Шнырь? Да. Шныряешь? Ну, где, по карманам у людей или что? Нет, по карманам у людей я не шныряю. Тупак или биги? Да оба норм. Ты мило картавишь, спасибо. Ты мило пишешь сообщение. Цвет, настроение, син, блядь, заебал. Почему эту песню все форсят, пиздец. Ну, фу. Какая мерзость была тут тобой написана. Даже более мерзкая, чем эта песня. Эльдар крутой. Блядь, я много эльдаров знаю. Есть крутые, есть хуйня. Как тебе ЛСП? ЛСП мне норм. Смотрел клип Филиппа. Смотрел. До сих пор? Нет. А. Твой голос, блядь, с стрима, помнишь? Был? Да, на первом месте был. Сколько? Ну, я не знаю, что было, до сих пор пиздец. Да, вырезка с моего стрима на чей-то канал. Тусовалась. На первое место, когда были последний раз? На первом месте в стриме, чё? Поэтому я решил сейчас направить все силы на создание лучшей стрим-фабрики ever. Ever all around the world. Поэтому готовьтесь, скоро вы мою харю будете видеть лайвом. Потом вы будете много всяких вырезок видеть на всяких каналах. Типа Ларин про обои, Ларин про хлеб, Ларин про кислород, Ларин про кошку. Вот. Ларин про Дикея, Ларин про Хованского. Ну, дичь какая-то, короче. А почему я это не монетизирую? Почему? Потому что я добрый. Потому что я ближе к вам. Да, а я не кидаю страйк, почему? Ну, чувак вырезал, подумал, что это забавно, сделал себе. Это же соцсеть, пусть он транслирует. Я не против, вырезайте из моих роликов, что хотите. Я не Паша Микус, который дисы, блядь, страйки кидал, закрывал каналы. Нет. Такая позиция у меня была всегда. Хуйня моя позиция? Ну и ладно, мне нравится, я себя норм чувствую. Вырезайте. Можете вообще, в принципе, весь канал выкачать нахуй и залить себе. Называть его, типа, настоящий Ларин, вот так вот. Здорово, Чурбан. Ты с батей общаешься или что там? Он тоже, да, здесь в этом чате? Ха-ха. Ну ладно. Go fit с Моргенштерном. Почему нет? Нужен текст. Нужен запал. Ну ладно. Максим, если ты меня слышишь, знай, что я завтра тебя встречу. Блять, сейчас тебе скажу нахуй. Блять, кто знает, что за Максим, откуда он едет и нахуя. На Ладожский. Ладно, до свидания, спать. До новых встреч. Раньше у Ларина была щетина, а ты грустишь? А была ли раньше щетина? Да по-разному было. Иногда я боюсь, иногда нет. Так. Помню, когда все было. Да? Ну и каково было? Спасибо. Так, хорошо, что у тебя нет щетины. У меня? Ха, смешно, да? Я же не бодипозитив. Угу. Времени сколько? Полвосьмого. Вообще-то надо ускориться кому-то с накрашиванием лица. Так. Ты спать? Нет, я только встал, чувак. У меня день только начинается. Покажи писю. Блять. Ларин против Ларина. Как тебе? Да было уже как-то. Ты знаешь... Нет, не знаю. Стрим. Да будет стрим. Я очень сам жду, сейчас к Микому приедет. То есть он приехал уже, я его снова отвез в другой конец города на такси. Мне ставят Хакинтош, чтобы было две системы. Макось и Винда. И стримить-то я, скорее всего, буду с Винды. Потому что возможностей для бродкастинга всякого у Винды больше. Можете, ну, типа, со мной в спор вступить. Я в этом говне давно варюсь, ебись с этим. А на Маке хорошо монтировать, ну, то есть видео, аудио и так далее. Какое у тебя образование? Я, блядь, неграмотный, прости, брат.
Я не знаю, как я прочитал. Одно слово понял, какое у тебя. Оп. Что думаешь за Майя? Классный парень. Ну, вот на интервью он ко мне пошел. А меня, знаете ли, рэперы, ну, не все любят. О, молодец, пришел, дал. Ты постарел. Да. Давай, загони меня в бэд-трип. Я свихнусь к хуям. А, хуй угрюмый, блядь, отвечай. Добро пожаловать в интернет. Надо сделать... Добро пожаловать в медийную жизнь. Вы стали селебритис. Хуй угрюмый, отвечай. Дима, ты приехал в Россию? Да. А ты? Сколько тебе лет? Посоветуй ковер. Какой ковер посоветуй? Вот мне всегда нравились ковры, знаешь, какие? В которых ты не понимаешь не то, что нарисовано, а вообще, в принципе, стилистику. То есть ковры такие народные, фольклорные, да, там всякие орнаменты. А у меня были ковры, на которых было что-то... Это как если бы славяне увидели летающие корабли и швейную фабрику. Вот такие очень странные рисунки. Они очень психовые были. Нормальный человек в нормальном состоянии сознания его не нарисует. Хуй угрюмый, отвечай. Ну, блядь, ничего себе. Во, прикольно. Покажи кошку. Кошка. Вы в эфире, кошка. Шаня. Шаня. Да я перестал. Я не транслировал ее вообще-то. Батл будет гнойный. Это что, блядь, за хуйня? Что за хуйня тобой написано? Что значит батл будет гнойный? Относишься к Ghostmane как? Неплохо. Прикольно. Мне нравится такая музыка. Мне говорят, что она умирает. Типа вот эта стилистика вроде Suicide Boys, Ghostmane. Такая депра, знаете. Мне нравится. Я слушаю. У твоей кошки течка. Да? Ксюша, нам говорят, что у нас у кошки течка. Это правда? Как относишься к Украине? Как к любой другой стране? Сделай шаурму из того кошака. Ты жестокий. Да. Талантливый, ребят. Отдашь камеру? Бля, у меня еще одна камера есть. Я думаю, не буду показывать ее тебе. Или можно? Давай покажу, и на этом мы, блядь, с тобой... Блять, мой там что-то я делаю. Хожу, хочу, лежу. Хожу. Хожу, не хожу. У меня есть вот такая странная штука. И вот такая штука. Ой, а что, села? Это не круто. Вот, на это дерьмо я кое-что снимать буду скоро. Ну, это камера из прошлого, но она выглядит эпично, согласись. Видишь? Не видишь. Что еще тут тебе показать? Ладно, так уж и быть. Да нихера интересно. Ну, бутылка крови еще стоит. Липло. Ну все, в принципе. Так-то все достаточно скучно. Сами понимаете. Вот. Ладно, спасибо за внимание. Скоро увидимся. Ставьте свои горячие пальчики на видео. И все будет у нас хорошо. Салам. Салам и шалом шаббат. Пока.